Всем привет, меня зовут Инесса, добро пожаловать на мой канал. В этом видео я хотела бы с вами поделиться своими работами, чем я занималась пару дней. Пару дней я вот шила вот такие вот классные свитшоты, это идет вот на маму, а это будет на маленькую принцессу, на дочку. Свитшоты у меня до сих пор еще не закончены, то есть вот горловину надо доделать. Этот принт я делала из такой вот красивой тесьмы, наподобие вафельного рожка. К нему я прикрепила вот такие вот помпоны. Помпоны я креплю на вот такие вот брошечные булавки. Я считаю, что это очень классно будет, потому что помпон можно будет снять. Кофточку можно будет на руках постирать, либо там в машинке. И при этом качество помпона, ну, не потеряется. Также хотела показать ткани, которые я приобрела совсем недавно на базаре, на Медине. Ткани уже такие идут более теплые. Из этой ткани я хочу сшить детский костюмчик. Смотрите, ткань идет двухсторонняя. Изнанка идет как морская тельняшка. Ну вот мне не нравится здесь вот ниточками. С собой ткань пришита и как бы на лице смотрится это не очень, я тут сторону пущу наизнанку. Ну, мне очень нравится серый цвет, вот это качество хорошее, я вообще фанатка серого цвета. А из вот такого вот классного трикотажика я буду шить детские штанишки и шапочку. Хочу снять отдельное видео про то, как раскроить быстро штанишки и сшить детские шапочки. Я хочу себе сшить свитшот. Взяла я 1,5 метра. Думаю, что будет небольшой остаток. Из остатка тоже что-нибудь сделаю на свою маленькую девочку. В общем, вот такие вот у меня маленькие покупки. Напишите мне в комментариях, кто что сшил за последнее время. Мне будет очень интересно почитать. На обед у нас вот такой вот сегодня вкусный тунисский салат. Приготовлен он из риса, картошка. Картошка наподобие фри, маленькими кубиками, обжаренная на сковородке с подсолнечным маслом. И будут у нас свежие помидорки, петрушка, оливки и, конечно же, тунец. В общем, салат очень вкусный, красивый. Советую вам всем приготовить. И также у нас вот мясо на шпажках. Между мясом лежит лук и зеленый перчик. It is so beautiful, the package. Осторожно, мама. Иди формовай. Thank you for Alibaba treasure. Now the gold. Давай ее отчинем. Какая здесь кукака? It's fresh. What she say? Fresh. Да, why is it fresh? Fresh. Show me, куклялёд. Ооо, красиво. Давай. Ну, как моя. Я. Как она пойдёт. Какая красивая девочка. Тебе нравится, Жасмина? Да, какая красивая. Это такая девочка. Соской. Давай купим холодной водички. Класс. Покажи мне куколку. Сахар, Нина, сахар. Нам настолько нравятся эти куколки,
что у меня пришла вот такая вот идея создать образ самой этой куколки на мою дочку, как новогодний костюм, сшить ей платьишко из этой серии, из серии кукол Лол, либо же я думаю ей сшить вот такой вот подарок своими руками, сделать ей куколку Лол, но немножко увеличить, конечно, размер, потому что они настолько маленькие, хочется немножко побольше, наверное. Если вам нравится эта идея, то напишите мне в комментариях. Я с радостью сниму такое видео. И всем пока-пока!